В Главном управлении МВД России по Саратовской области подведены итоги рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства. В мероприятиях задействовали сотрудники службы подразделений полиции, сотрудники пограничного управления ФСБ России, Приволжского линейного управления на транспорте, Следственного комитета, прокуратуры, Военного следственного комитета Российской Федерации по Саратовскому гарнизону и представители диаспор. За время проведения оперативно-профилактических мероприятий проверены адреса постановки на миграционный учет иностранных граждан, сельскохозяйственные рынки, полевые станы, строительные объекты, места массового скопления иностранцев. По материалам проверок возбуждено 55 уголовных дел в отношении лиц, представивших иностранным гражданам жилое помещение с целью организации фиктивной регистрации. Полицейскими выявлено два иностранных студента, уклонившихся от выезда из Российской Федерации после отчисления из образовательного учреждения и аннулирования правового статуса. В отношении них Главным управлением МВД России по Саратовской области принято решение о депортации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан Межмуниципального управления МВД России Энгельское. По итогам проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории региона за нарушение миграционного законодательства составлено 606 протоколов об административных правонарушениях, из которых за нарушение правил въезда и режима пребывания привлечено 502 иностранных гражданина, за нарушение правил установленного порядка трудовой деятельности 104. На юридических лиц наложено административных штрафов на общую сумму 2 400 000 рублей, которые уже оплачены в полном объеме. Судами в отношении 73 иностранных граждан вынесено решение об административном выдворении в Центр временного содержания иностранных граждан. Для принудительного выдворения за пределы России помещено 60 иностранцев. Принято 79 решений о запрете въезда на территорию Российской Федерации. Работа в данном направлении будет продолжена. Продолжено.